День городского округа Люберцы отметили с размахом. Обширная концертная программа, выставки торговых и промышленных предприятий, спортивный флешмоб. Жителей, пришедших на праздник, ждало действительно много интересного. На основных площадках праздника побывали корреспонденты телеканала ЛРТ. Ну что, одно из первых точек, где началось празднование Дня городского округа Люберцы, это стадион «Торпедо». Здесь для гостей подготовили масштабную спортивную программу, но самое главное, буквально исторический момент, через несколько минут здесь будет установлен рекорд России по жиму лежа. Ну а пока мы пообщаемся с участниками спортивных мероприятий. Полина, расскажи, что вы сегодня будете делать? Мы сегодня будем танцевать, радовать публику. Браво! А что именно вы подготовили для гостей? У нас акробатика, танцы и станцы. Полин, а что бы ты хотела пожелать сегодня всем люберчанам? Счастья, здоровья и развивать, конечно, наш большой округ. Поддержим, поддержим девушек! Сегодня хотел бы вам пожелать хорошего настроения. Спорт – это, наверное, лучшее, что может быть в жизни человека, потому что спорт помогает и жить, и выживать, и быть здоровым, сильным, веселым и крепким. Я думаю, здесь собрались спортсмены. Да, спортсмены. Я думаю, что сегодня мы увидим много хороших номеров, состязаний. Я думаю, что мы в лишний раз сегодня задумаемся, что спортом надо заниматься, физкультурой надо заниматься, потому что это то, что нас сплачивает и помогает нам устоять в жизни. Ну что, праздник на стадионе «Торпедо» в самом разгаре. Вот даже солнышко выглянуло, глядя на улыбки и хорошее настроение люберчан. Но мы продолжаем знакомиться с участниками сегодняшних спортивных мероприятий. У нас на очереди секция тэквондо. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Вика. Вика, расскажи, пожалуйста, что сегодня вы будете показывать? Мы сегодня будем показывать технику. Будут драки многие и будет разбивание досок. А скажи, пожалуйста, почему ты выбрала такой вид спорта? Вроде как не для девушки он. Я считаю, что каждый должен уметь защищаться. Отлично. Что бы ты хотела пожелать сегодня люберчанам в такой прекрасный день? Здоровья, счастья и не сидеть дома. Хорошая погода, надо развлекаться. Прямо сейчас. 1, 2, 3. Все вместе. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23. Рекорд установлен, дорогие друзья. Рекорд России по жиму лежа. Браво! Анатолий Сервин, богатырь. Наш соотечественник, люберчанин. Герой округа! Видите? Аплодисменты, Анатолий, вам! Готовился на самом деле недолго, около 2 недель. Владимир, только начал свою подготовку. Пока нахожусь в средней форме. Все самое интересное будет впереди. Люберчанам хочу пожелать всяческих успехов в дальнейшем. Славить этот город своими делами, подвигами, трудом своим ежедневным. Всем здоровья, хорошего настроения, благополучия семьям, чтобы наш город сплотился, был в фарватере всех важных событий в стране, в области. Ну и всего самого наилучшего, женского счастья женщинам, детского детям, мужского мужчинам. Радости, счастья. Чтоб все здоровы были. Ну и, конечно, успехов в учебе. У меня здесь внук. И в общем, всего остального, что они сами хотят себе. Самое главное – здоровье, счастье, чтобы все были здоровы, чтобы дети наши нас всех радовали. Ну и всего самого лучшего.
Сегодня люберцы впервые отмечают свой день рождения в новом статусе, в статусе городского округа. В честь этого события все праздничные площадки уже активно ведут свою работу. А совсем скоро на площади перед Дворцом культуры начнется грандиозный фестиваль, на котором выступят лучшие творческие коллективы городского округа. Все на ярмарке найдешь, все подарки выбираешь, без покупки не уйдешь. А мы сковородки ведущие, озорные и вездесущие. Напомню, что люберцам исполняется 394 года. В этот день жители округа признаются в любви к своему родному краю. И отмечают, что из года в год он становится все чище, уютнее и прекраснее. Давайте послушаем пожелания люберчан. Поздравляем с Днем города. Желаем всем люберчанам здоровья, хорошего настроения, благоденствия, чтобы в городе было красиво, уютно, чтобы все, о чем мечтают люберчане, у них сбылось. Тепла, если оно не было летом, то, наверное, бабье лето будет шикарное. Вот. Всем удачи, счастья. Сегодня замечательный день, веселый. Уже вот два приза у меня. Много веселых, интересных мероприятий. Обещают колбасу еще большую, 40 килограмм. Любите землю, на которой вы живете, на которой живут ваши родные и близкие. Да, вот. А всем удачи. Удачи, хорошего праздника. Это мой мастер-класс. Мы все там научимся довести не скажем. Самое главное – посмотреть концерт. На вас и все, кто увидит. Спасибо, спасибо. Итак, давайте сделаем все вместе обратный отчет и будем разрезать гигантскую колбасу. Итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Готово! Аплодисменты! Гигантская докторская колбаса. Спасибо вам большое. Смотрите, какая она большая, такая большая сосиска, я бы даже так сказал. Раз. На этом же месте. Осторожно. Да. И складываем. Аккуратно. Дети, кто хочет блин? Я! От головы. Так, ребята. Опа! Снизу кровать, да. Держи. Вот так. Первыми получают мороженое дети. Давайте так и договоримся. Каждый желающий ребенок получает по мороженому. Так, режу, да? Так, товарищи, Михайлович, вот на таком мажорном аккорде вручается коллективу АО «Люберецкий хлебокомбинат». Выражаю вам благодарность за активное участие в мероприятии угощения по-люберецки на празднование Дня городского округа Люберцы 9 сентября 2017 года. У вас вкусно, красиво, приятно, и я думаю, что мы и дальше будем пытаться, по крайней мере, способствовать, чтобы у вас бизнес процветал. С праздником! День города Люберцы! Всем хорошее настроение! Празднуем, отдыхаем. Самое доброе пожелание. Настоящий праздник урожая развернулся на одной из площадок в Центральном парке. Тут и народные песни, и пляски, и выставка достижений садоводов. Выращенные на родной люберецкой земле овощи и фрукты. Попробовал их и глава округа Владимир Ружицкий. На ярмарку он пришел не с пустыми руками. Все участники получили в подарок посадские платки. У нас клуб по интересам. Просто на каком-то этапе мы соорганизовались, старшее поколение, и решили заняться этим вопросом, объединить товарищей, которые хотели бы участвовать в нашем клубе. Потому что все сидят в своих норках, все сидят в своих квартирах, на даче. Каждую неделю мы собираемся в своем помещении. Существует клуб 17,5 лет.
За эти годы, значит, у нас постоянно проводили занятия по выращиванию сельскохозяйственных культур. С документами это вам, пожалуйста. Спасибо. Цветы, пожалуйста, вам. Да, сейчас, да. Ну, лоток, само собой. Пойдем, пожалуйста. Да, вам разрешение. Ой, как красиво! Вот так, улыбнитесь! Да. И пакетик еще. Ну, пакет мы тоже вот так. Давайте все поаплодируем, пожелаем здоровья. За что награду вам вручили? Ну, за эту творческую работу. Поздравляем всех от лица нашего директора Николая Александровича Филонова с Днем Люберецкого городского округа. Желаем всем жителям нашим счастья, здоровья. Ну что, для любертян День города сегодня подготовили много приятных сюрпризов, много интересных площадок. Мы сейчас как раз находимся на одной из них, прямо у здания администрации. Расположились студенты, и мы как раз сейчас пообщаемся с ними. А можно? Мы во всем сильны, мы обоим для страны. Будем Божьи мы взымать и Россию защищать. Сегодня тут мы самый лучший институт. Отлично, я вас поздравляю. Молодцы, ребята. Удачи вам. Сегодня празднуем. Потеряю вас. Да, мой друг. Спасибо. Пойдем дальше. Мы единый, в том наша сила. Как Гагарин прославим Россию. Мы молодежь 21 века. Мы превозносим себе человека. Мы дети огромной, могучей страны. России и любовцам будем верны. А я вас поздравляю. У вас техникум лучший в России. Знаете об этом? Да, конечно. Я не ру в области, в России. Поэтому вас поздравляю. Самые добрые пожелания. С днем рождения, люберцы! Ура! 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 У нас сегодня с вами очередной общий день рождения. Но и в этом году мы отмечаем первый раз день рождения нашего городского округа, с чем я вас и поздравляю. Мы утвердили символику, гимн, герб, флаг. Я феникс. Воскресенье, 16 сентября, пройдет очередная акция «Посади свое дерево», и мы по планам должны посадить не менее 80 тысяч деревьев. Я всех приглашаю принять участие в данной акции. Утопающий в зелени город с детства любимый. Здесь несут поколения эстафету незримо. Птицы песню протяжную оглашают окрестность. И найдется для каждого в сердце каждому место. Родная, родная, родная земля. Холмы и равнины, леса и поля.
Люберцы – территория спорта, и это факт. Я могу сказать, что именно Люберцы, Люберецкий городской округ, по количеству зарегистрированных по сдаче норм ГТО, мы первые в Московской области. Страны. Мы гордимся своим Люберецким краем. С праздником! Нам приятно, что нас на российской земле люберчанами всюду зовут. Самое важное на свете – это семья. И мы приглашаем на сцену изумрудных юбиляров семейной жизни. Судаевых Артура Петровича и Светлану Николаевну. Супруги Судаевы вместе работали на Московском нефтеперерабатывающем заводе, где и познакомились. Дорогие друзья! Сегодня, 9 сентября, произведена государственная регистрация заключения брака Бекиева Изата Шавкатовича и Заверткиной Ирины Олеговны. Познакомились они в школе в 3-м классе. Начали встречаться в колледже на протяжении 5 лет. 6 июня подали заявление на заключение брака в Люберецкое управление ЗАГС. Дорогие друзья, давайте поприветствуем новорожденных люберчан. 14 апреля 2017 года в семье Розановых Вадима Павловича и Виктория Александровна родилась тройня! Ева, Злата и Максимилиан! Всего в семье воспитывается 7 детей! Уважаемые люберчане, позвольте мне, пожалуйста, поздравить вас от имени правительства Московской области и губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем города! История Люберец связана с именами многих известных людей. Буквально через несколько лет люберцы отметят свой 400-летний юбилей. Но этот старинный город сегодня как никогда молод. Он динамично развивается и входит в число лидеров среди всех муниципалитетов Подмосковья по важнейшим социально-экономическим показателям. Желаю вам всем реализации самых смелых планов, здоровья, семейного благополучия, счастливых перемен, добра и удачи. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.